Сразу после новогодних каникул депутаты областного парламента приступили к работе. Нынешнее время требует слаженных действий всех ветвей уровня власти, от муниципального до федерального. Координация работы в новых условиях была посвящена встрече руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Владимира Васильева с коллегами-единороссами из регионального парламента. Она состоялась в законодательном собрании Тверской области. Во встрече приняли участие несколько депутатов Тверской городской думы. Тему продолжит наш корреспондент. Начиная встречу, Владимир Васильев ознакомил региональных коллег с итогами осенней сессии Государственной Думы. Кроме того, парламентарий затронул вопросы социально-экономического развития Тверской области. Отдельно он отметил, что Верхневолжье имеет хорошие позиции в Центральном федеральном округе, включая промышленность, сельское хозяйство и туризм. Кроме того, во время встречи Владимир Васильев ответил на вопросы депутатов законодательного собрания. По мнению парламентария, разговор получился предметным и полезным для всех его участников. Говорили, что уходим в режим такой перманентной, постоянной работы, и что сначала здесь, в комитетах, отрабатывается, потом мы все вместе смотрим и включаем повестку федеральную. С тем, чтобы вся вот эта структура, то, что регионально можно решить, вот вопросов нет. А вот то, что нужно идти на федеральный уровень, чтобы мы как раз имели эту возможность. Со своим федеральным коллегой согласен и председатель законодательного собрания Тверской области Сергей Голубев. Он отметил важность состоявшейся встречи с одним из руководителей Государственной Думы. Руководителем самой крупной партийной фракции и с депутатом от региона именно на старте весенней сессии областного парламента. Те очертания проблематики, которая стоит перед страной, перед Тверской областью, депутаты фракции «Единая Россия» сегодня получили. Естественно, что в своей работе мы это будем все использовать, все будем делать для суверенитета Российской Федерации. Патриотизм, патриотическое направление тоже для нас основное. Поэтому вот в этом ключе, безусловно, те вещи, которые Владимир Валерьевич сказал, для нас очень важны. В свою очередь, руководитель фракции «Единая Россия» в законодательном собрании Тверской области Виктор Константинов считает итоги встречи серьезной основой для дальнейшего взаимодействия. При серьезных вопросах мы выработали сегодня саму методологию, каким образом именно после рассмотрения на фракции выходить на уровень Государственной Думы для того, чтобы находить способы решения. Представители фракции «Единая Россия» в областном парламенте отметили, что находятся в постоянном контакте с Владимиром Васильевым, обсуждают с ним самые острые и серьезные вопросы, которые возникают при принятии тех или иных решений. По итогам состоявшейся встречи и прошедших обсуждений новых механизмов совместной работы, народные избранники выразили уверенность, что работа будет построена еще более эффективно.